С 1 января 2015 года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, в статью 333, регламентирующую размер государственной пошлины за оказываемые государственные услуги, в том числе за внесение сведений в Единый госреестр прав и в государственный кадастр недвижимости. Стоит отметить, что по-прежнему внесение сведений в ГКН бесплатно, однако, если до 31 декабря 2014 года размер госпошлины за физических лиц за регистрацию ранее или вновь возникшего права, речь шла о сумме в 1000 рублей, то сейчас размер государственной пошлины увеличился до 2000 рублей. Это прогнозный плановый показатель. Увеличение размера госпошлины, решение было принято еще более полугода назад. Для юридических лиц размер госпошлины увеличился с 15 тысяч рублей до 22 тысяч рублей. Ну, это такие самые брутальные цифры есть, менее пугающие. Ну, например, никак не изменился размер за регистрацию договора ипотеки, размер госпошлины. Вот сейчас актуальна тема предоставления земельных участков для крымчан. И в случае выделения земельного участка для жилищного строительства, для подсобного хозяйства, размер государственной пошлины всего 350 российских рублей. Ну,